помочь больным деткам при помощи танцев, как спросите вы? А мы ответим – красиво, легко и изящно. В Южной столице состоялся зрелищный благотворительный турнир по спортивным танцам Union Dance Plaza. Вот уже второй год подряд в Алматы приезжают танцоры с разных уголков планеты, чтобы всем миром помочь тем, кто нуждается в лечении. Румба, танго, ча-ча-ча – в этот вечер страсти латиноамериканских танцев можно было буквально ощутить кожей. Столь красочное и яркое действие на паркете никого не оставляет равнодушным. Публика с удовольствием посещает этот праздник красоты и ритма. Благодаря горячим выступлениям 750 танцевальных пар из 17 стран мира, организаторы турнира собрали в благотворительных целях 2,5 миллиона тенге. И, к слову, для некоторых танцоров победа в этот вечер вовсе не самое главное. Это же благотворительный турнир, поэтому мы приехали сюда просто потанцевать, не за очками, не за призами, да, а просто станцевать, показать свой танец, подарить радость людям и... И самим себе. Да, то есть мы не за борьбу, так сказать, в сегодняшнем турнире. Кстати, оценивали профессиональные па-денсеров не только наши, но и зарубежные судьи. Один из них – Тима Кульчик. Он впервые приехал в Казахстан из Германии. К сожалению, не успел еще впечатлиться красотами Алматы, но зато мастерски и быстро дает оценку конкурсантам. Конечно, у нас есть специальные критерии, по которым судим танцоров. Но в то же время мы тренируем свои глаза, чтобы успевать замечать все их минусы и плюсы. Из-за того, что на паркете одновременно танцуют около 10 пар, это, конечно, непростое задание, но вполне возможное. Кстати, могу отметить, что меня очень впечатлили казахстанские пары даже не столько танцами, а сколько своим безупречным внешним видом. Не часто такое встретишь. Я лично очень ценю такой подход к делу. А между тем, все вырученные средства будут направлены в Центр поддержки помощи детям и подросткам Казахстана с аутизмом и другими проблемами развития Таматис Алматы. Ну а мы надеемся, что подобный танцевальный праздник станет славной традицией гостеприимного города и поможет еще очень многим людям.